И рефери Марк Годдард. Испытывал такой мандраж, как будто самому в клетку заходить. Очень-очень большой ажиотаж к этому бою. Конечно, трибуны переполнены. Поехали. Мы слышали, как Хабиба Нурмагомедова встречала публика. Это, конечно, было что-то фантастическое. Итак, первый раунд. Говорили мы о том, что Дастин Порье – это превосходный боксер. Очень хорошие также ноги у американца. Это касается и его передвижений. Да, но очень также выбрасываемых ударов с ног. Да, и мы видим, что уже было две попытки удара лоу-кика в икру. Очень такой неприятный удар, который может лишить движения. Снова попытка удара ногой. Хабиб прихватывает. Здесь корпус пытался поразить Дастин Порье, но Хабиб Нурмагомедов этот замысел прочитал, прихватил ногу. Правда, перевести не получилось в борьбу. Да, идет пока разведка боя. Оба бойца не форсируют события, пристреливаются, подбирают подходящую дистанцию для своей работы. Оба пока смотрят, на что каждый из них способен. Я думаю, сейчас будет попытка прохода Хабиба, потому что Дастин... Нет, Дастин все отошел от ограждения и снова перешли в центр октагона бойцы. Снова лоу-кик. Большой объем работы Порье выполняет с сильнейшей для себя левой ноги. О, отличная серия ударов от Хабиба и сразу молниеносный проход. Но в удобном положении оказался Порье для себя. Растягивает он ноги, но Хабиб и из этого положения способен перевести соперника в борьбу. Мы это видели уже неоднократно в поединках Хабиба, пока Порье защищается. И, без сомнения, очень много внимания американец в своем тренировочном лагере уделял именно этому компоненту защите от перевода в партер, от перевода в борьбу. Потому что это коронная история Хабиба Нурмагомедова. И если он опрокидывает соперника, будет тяжело. Есть первый тейкдаун. Зал ликует. Все понимают. Бой начинает развиваться по сценарию Хабиба. Да, и находится Хабиб именно в своей стихии сейчас. Отлично. Забирает спину Хабиб Нурмагомедов. Одну ногу он уже сумел просунуть. Вторую тоже забирает. Контроль корпуса. И в очень опасной ситуации оказывается Дастин Порье. Не стал Хабиб Нурмагомедов выходить на удушающий. Хабиб отлично меняет позиции. Он всегда на шаг впереди в партере Дастина Порье. Полную доминацию мы сейчас наблюдаем со стороны Хабиба. И уже попытка выйти на удушающий прием. Через челюсть будет душить. Удушающего корону и удушающий Хабиба, которым был повержен Конор Макгрегор. Но нет, пока видим, как разговаривает с отцом Хабиба в это время. Как раз тренерский угол рядом. Хорошо, отличное добивание. Пытается развернуться Порье сейчас. Да, Порье, конечно, в патовой позиции для себя, но мы видим, как он тоже разговаривает со своим углом. Возможно, в панике смотрит Хабиб, да, простите, Порье в свой угол, пытаясь найти ответы на вопрос, что делать. Абсолютно выглядит беспомощно. Вторая попытка удушающего, и сейчас Хабиб взялся очень отличный плотно. Захват. Отсюда отлично. Уже не уйти Порье. Ну нет, руку забирает Дастин, и здесь плотного захвата тяжело будет добиться. Идет давление. Хабибу. Все, Хабиб нет, не получилось сделать. Решил не тратить силы. Удушение. Отличная работа от Хабиба. Ну вот, Дастин и познакомился встает. С борьбой Хабиба Нурмагомедова. И это знакомство, прямо скажем, пока для Дастина выходит крайне неприятно. Ну, Дастин вышел, конечно, с честью из сложных позиций для себя. Смотрим, что будет дальше. Отличное начало от Хабиба, шикарное. Забирает спину Хабиб. Но Дастин спокоен, тоже мы можем отметить. Да, не паникует. Несмотря на первый раунд, который очень плохо для него складывается, Дастин выглядит спокойным и постоянно смотрит в свой угол и разговаривает с тренерским штабом. Сейчас Хабиб Нурмагомедов, несмотря на кажущееся отсутствие активных действий, выполняет тоже важную работу, нагружает корпус своего соперника. Отлично. Снова тейкдаун от Хабиба. Попытка Дастина подняться. Работа локтем по бедрам Хабиба. Снова забирает спину Хабиб. Слышим голос отца. Он перекрикивает и зал. Ох, отличная попытка выхода от Дастина. Но Хабиба таким не удивишь его базой борьбы. И снова он оказывается сверху. Очень грамотная работа Хабиба в борьбе. То, чем он славится. И то, чем он заработал все свои победы до этого. И очень похоже на то, что весь первый раунд
будет проходить именно и уже прошел в таком режиме. Хабиб контролирует ноги Дастину Порье, не позволяет тому подняться. Забирается в лоб и будет добивание. Да. Отличные локти. О, это полная доминация от Хабиба в этом раунде. Шикарный первый раунд. Продолжаем прямую трансляцию из Абу-Даби. Выходит Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье на второй раунд. Первый получился однозначно в пользу Хабиба в доминирующей манере. В привычной для себя российский боец забрал стартовые 5 минут. Дастину Порье крайне тяжело пришлось в это время. Но посмотрим, что же он покажет во втором раунде. Нужно Порье, скорее всего, рисковать, чтобы поменять ситуацию. Ну, еще впереди 4 раунда, поэтому бой только начинается. Но раунд, конечно, был шикарный в исполнении Хабиба. Да, этот бой имеет чемпионский формат. Будет все 5 раундов. Посмотрим, как Порье сможет выдержать эти 5 раундов. Видим, что Хабиб разговаривает с Дастином. Шикарная серия боксерская от Хабиба. Закончил он ударом снизу с передней руки. Ой-ой-ой! Очень жесткое попадание от Дастина. Надо уходить в борьбу. Надо... Попадает с передней руки Хабиб на отходе. Все, восстановился. Хабиб хорошо. Очень опасный момент был, поэтому Хабибу не стоит заигрываться в стойке, потому что Дастин очень хорошо готов к этому бою. Несмотря на такой первый раунд, очень много времени Дастину пришлось провести в борьбе, защищаясь от постоянных атак Хабиба. Посмотрите, какой запас сил сохранил американец, и по-прежнему опасен он. Опасные скрытый удар с правой наносил сейчас Порье, да. И появляется интрига во втором раунде. Смотрим на то, как соперник Хабиб атакует стойки, попытка прохода, сделан тейкдаун, отличная работа, и все переходит к тому же сценарию, который был в первом раунде. Согласитесь, очень вовремя Хабиб перевел Порье в борьбу, потому что временами откровенно тревожно становилось. Около 5 ударов очень жестких нанес Порье да, с дальней дистанции. Первый раз, когда за свою карьеру в UFC, это очень... Опасный удар был пропущенный. Ну, в бою с Майклом Джонсоном он тоже пропустил в одном из раундов. Но чем там все закончилось, Хабиба, мы помним. Не потрясло. Вот. Но здесь было опасно. Но Хабиб молодец. С честью вышел из этой сложной ситуации. И уже он сейчас опять все идет по его правилам, под его диктовку. И мы увидели, насколько опасен Порье в этом поединке. Даже после такого первого раунда он нанес очень сильное повреждение Хабибу. Хорошо попал. Но Хабиб... улучшил ситуацию, сделал перевод. И сейчас он опять находится в максимально хорошем для себя положении, доминирует. И посмотрим, будет ли он делать попытки болевых. Да, отличный контроль от Хабиба. Вот обе ноги заблокированы. Хабиб сверху добивает. Все идет по плану. В таком положении Порье крайне тяжело подняться. И сейчас Хабиб предпринимает действия, чтобы этому воспрепятствовать окончательно. Правую руку контролирует Хабиб. Это тоже... ему в помощь, что называется, в том, чтобы удержать Дастина Порье внизу. Да, очень плотный контроль у Хабиба. Время сейчас работает на российского бойца. Пытается подняться Дастин, но все попытки безуспешны. Посекся Дастин Порье. Рассечение в районе левого глаза у Дастина. Кровь заливает ему лицо. Поднимается Дастин. Но мне кажется, это ненадолго. Потому что Хабиб в хорошей для себя позиции. Он сбоку. Он... Да, и снова попытка перевода. Да, из такого положения Нурмагомедов крайне редко выпускает своих соперников. Но Порье растянулся у ограждения октагона. Да, сейчас будет пытаться развернуть Хабиба, чтобы выйти из этого захвата. Но пока не получается. Очень много сил использует оба бойца. И отлично перевод. С какой легкостью Хабиб это делает, конечно, это шикарная борьба. Да, это действительно удивляет. Насколько у Хабиба хватает выносливости на все чемпионские раунды, чтобы делать такой бой. Снова. Дастин перехватывает гильотину. Уже несколько раз забыл, он пытается ее сделать, но... Я думаю, он сам в нее особо не верит, потому что Хабиб даже не пытается как-то... А, нет, пытается убрать этот захват. Значит, все-таки Дастин хорошо прихватил. Ну и помимо потрясающей выносливости, опасный локоть выбрасывал Порье. Снова.
Не идет Хабиб за амплитудным броском, который может отнять много сил. Он... Да, такие броски получаются сил. Красивыми, да, но, как правило, какой-то пользы радикальной из них сложно извлечь. Снова перевод. Колоссальное Отлично. Количество сил вынужден тратить Дастин Порье, защищаясь от постоянных атак Хабиба Нурмагомедова. И для боксера, в первую очередь, это наиболее неприятный эпизод. Удар коленом в голову от Хабиба на самом концовке второго раунда. Я думаю, этот раунд Хабиб тоже забирает, несмотря на тогда. Откровенно пришлось нам понервничать, потому что Дастин Порье местами выдавал хороший бокс. И было тревожно за российского бойца, потому что несколько ударов от американца достигли цели. Попытки лоу-киков от Дастина. Хороший удар в корпус от Хабиба Нурмагомедова. Но Дастин Порье не выглядит уж настолько уставшим, несмотря на два раунда, проведенные в защите от атакующих действий Нурмагомедова в борьбе. Отличный проход от Хабиба. И перевод. Опасно прихватил Дастин, опасно. И выход на гильотину. Но там одна рука всего. И крепко взялся Дастин. Ой-ой-ой. Очень жесткий захват. Нет, Хабиб освободил одну ногу. И захват продолжается. Хабиб пытается выйти. Нет, 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 нет. Хорошо защищается, защитился. Получается у Хабиба выйти. Все отлично. Да, нагрузил он корпусом Дастина Порье и выбрался. Да, вот. И слышим, как зал ликует. Очень забрал руку. Опасная ситуация. И да, и получилось выйти от ситуации у Хабиба. Он забирает руку и переходит контроль сзади, который у него очень хорошо получается. Из этого положения очень будет сложно что-то сделать Порье. Да, и Дастин еще очень много сил оставил на эту гильотину, поэтому это тоже пойдет ему в минус в этом раунде, потому что очень много сил он оставил ее. Рядом находится Абдулманап Нурмагомедов. Будет он здесь подсказывать Хабибу. И Хабиб будет прекрасно слышать своего отца, несмотря на весь шум, который сейчас в зале. О, забирает шею Хабиб. Хабиб. Тоже через челюсть, видимо, да, будет душить. Но здесь перетерпел Порье. И Хабиб понял, что еще рано. Да, захват не очень плотный, поэтому Хабиб не торопится. Очень плотный контроль, конечно, очень плотный. Вот забрал шею. Захват. Вот сейчас очень... Все, включить Дастин Порье. Хабиб, неоспоримый чемпион UFC в легком весе. По-прежнему лучший боец не только своего дивизиона, но, возможно, и...